Мне уже нравится. Я за 2 теста уже 5 рюмок выпил. Уже нравится. Да. Уже теперь хорошее место, несмотря на дождик. Там, да? Несмотря на устрицы. Устрицы очень классная вещь. Слушай, я чуть не отравился этими устрицами, правда. Тебе не угодишь. Как от тебя избавиться? Маш, устрицами меня больше не кормить. Ты, главное, сам их не наедайся ими. Тебе же вот мясо, вот ты мне сам скажи, я мясо не люблю. А я и не ел? Да, я заметил. Я только попробовал. Уже 500, видишь, стало. Я же сказала, 3500. Не-не-не, двойную. У меня самого 3, или сколько там евро купить. Жена и две дочери. Рублей. Мы тоже спокойно. Двойная, которая полугар. Мы поняли. А где двойная? Вот она. Второй женой полугар. Пойдем. Давайте вот сюда и на вот. О, репортеры. Давай в них. Да, конечно. Какой мороженое? Ну а что еще брать? Не хочешь еще купить? Не надо. Давай я тебе. Еще 5. Ну как тебе тут, Ярослав? Нет, теперь хорошо. Я уже там сказал свои комментарии. Ну все, давай, на, закрывай ее, Павел. Слушай, ну что ты все это снимаешь? Не, ну как химия, да? Не, ну вообще, честно говоря, конечно, на природу выезжать на шашлыки на свою землю гораздо интереснее. Чем туда, да? Да. Ну тут просто видишь, Москва рядом, толпа народа. Ну и в принципе, если вот посчитать, сколько вот, видишь, вот эту штуку, я вот с ребятами познакомился сейчас. Да. Вот это круглое, 360 тысяч. Там, слушай, а... Прикинь зимой, когда холодно, разводишь костер, вокруг него собираешь, а есть круто, да? Слушай, ну интересно, а можно, я думаю, заказать там, где стол делал, как называется, там, на заводе? Там 300 за О, Держи понятно, один, коммерция, да? Ирюха Коломки, они, да. Угу. Нет, слушай, ну, на Асфера, да, там ребята тоже, у них... куча знакомых и сварочные аппараты и так далее, то есть я думаю, с Твери могут привезти, если понадобится. То есть за, я думаю, за 100 тысяч то это, так это привезут и все сделают. У нас еще тесты есть, давайте да, потратим. Да, еще и надо потратить. Давай поможем им потратить тесты. Ты выключи свою шарманку. У меня один. А кофе мы так и не нашли. О, тебе сейчас кофе? Вот там кофе сели. Что сфоткать? Ничего не надо сфоткать. Икру? Да, горилка и сало – это самое то. Вам не креветки. Чай. Вот здесь вот чай, а вот там дальше кофе, если хочешь. А интересно, а что мы можем на 3 теста вообще? Для засолки дома, например, это лучше все-таки вот прямо вот 1.5 или даже 2.5. Это соль, да? Да, это соль. Гималайская. У тебя такая. Да. А еще когда она скажет, что, чтобы успеть 250 рублей. А можно я могу вам тарелку нажарить за 2 теста или за 200 рублей фрукта, там, банан, яблоко. 250 рублей. Коробка. А 200 штук. А 250 рублей. 2500 рублей. Так это просто соль. А? Это просто соль, да? Но у нас в сауне такая лежит. Глеб купил, так клад, такой запах какой-то необыкновенный идет от него. В
Вафли с тореном. Смотрите, какие вафли. Давай что-нибудь с собой возьмем на эти три бонуса. С собой зонтики. Возьми, что хочешь. Я хочу. Курасан. Вот тут стоило. А мясо почем там было? 4 бонуса? Пирожное. Маш, мне кофе можно купить. Миндальный, да. Миндальный 2. 4 места. Пакет положен? Да, положите, пожалуйста, мы с собой забираем. Вот. Вот. Все потратить. Ну да, дождик. Там у каждого, вот где вот еда, о, журнал. Угу. Ну ладно. Хорошо.